Здравствуйте, меня зовут Нина, и сегодня мы будем готовить вкусную и здоровую пищу. Сегодня мы предлагаем рецепт от Виолетты Стрекнёвой, лобио с фасолью. И у нас вот приготовлены ингредиенты. Мы заранее отварили фасоль, морковь, лук, и у нас на сегодняшний день мороженые помидоры и специи. Мы разогреваем наш сотейник. Это сотейник от посуды iCook, который готовит без жира, без соли, можно готовить без воды, обладает свойствами сохранять больше 40% минералов и витаминов. Мы его разогреем и будем жарить лук. Сотейник наш разогрелся, и мы начинаем обжарку лука. Несмотря на то, что рецепт достаточно простой, фасоль является кладезем всех витаминов группы В, С, Е, витамина D, очень полезно. Фасоль является диетическим продуктом, и белок, который находится в фасоли, он идентичен рыбе и мясу, то есть заменяет рыбу и мясо. И в нем очень большое количество микроэлементов. Лук наш уже подрумянился, мы добавляем морковь. Моркови мы положили много. Морковь — это каротеноиды, которые полезны очень для здоровья. Вот у нас морковка тоже обжарилась, и мы добавляем помидоры. Помидоры у нас жареные, поэтому... Мороженые, поэтому мы сейчас постараемся выпарить всю влагу, чтобы они у нас обжарились немножко. У нас зажарка уже готова. Вода, которая была в помидоре мороженой, она выпарилась. Мы добавляем фасоль. Фасоль перемешиваем. У нас тут есть специи для 100 блюд. Солить мы не будем, потому что здесь есть уже соль. Мы добавляем перец, который я очень люблю. Еще раз перемешиваем. И закрываем минут на 5. Дожидаемся водного гидрозатвора и оставляем. У нас сработал гидрозатвор. Мы убавляем газ на самый медленный и оставляем на 5 минут тушиться. Ну вот, наша фасоль уже потушилась 5 минут. Мы добавляем чеснок. Добавляем зелень. И выключаем горелку и даем настояться 5 минут. Вот блюдо наше отдохнуло после готовки. Очень важно, когда мы замачиваем фасоль перед тем, как отварить, рекомендовано ее замачивать на 12, а лучше на сутки. Очень важно менять воду минимум 2-3 раза, потому что это предотвращает вздутие и метеоризм в животе. Ну вот, наше блюдо готово. Мы можем уже выложить его на тарелочку. Аромат идет невероятный. Зелень, чеснок. Украсим зеленью дополнительно. Всем приятного аппетита!